Главной новостью этих дней стало сообщение о трагедии в Омской области. Обрушились пролеты одной из секций казармы учебного центра ВДВ. Погибли 24 юноши, которые только днем ранее приняли присягу. Причиной обрушения здания могли послужить нарушения при ремонтных работах. Уголовное дело возбуждено по халатности, нарушению правил безопасности при ведении строительных работ и превышению должностных полномочий. Здравствуйте, я Александра Мяханова. Сегодня мы хотим поговорить о том, что такое халатность и как тонка грань иногда между халатностью и коррупцией. Во все времена одно из главных бед среди должностных преступлений была не только коррупция, но и халатность. Работа спустя рукава принесла и приносит немало проблем. И нередко от этого страдают обычные граждане, о которых чиновники должны заботиться в первую очередь. Ежегодно в стране возбуждаются сотни уголовных дел по статье «Халатность». Довольно большая часть из них заканчивается реальными сроками для нарушителей. Но даже такие печальные примеры не могут искоренить у некоторых чиновников и должностных лиц безответственность при исполнении ими своих обязанностей. И наряду с борьбой с коррупцией, впору провозглашать и борьбу с халатностью. Эти видеокадры сделаны буквально через минуту после начала возгорания. По словам очевидца, снимавшего происходящее на мобильный телефон, пламя практически мгновенно охватило пространство перед первым этажом. Еще через минуту едкий дым охватил весь многоэтажный корпус новостройки по улице Профсоюзной, 48. Известно, что в это время внутри находились десятки рабочих. Сотрудники МЧС отмечают, сложностей добавили легковоспламеняющиеся пенопластовые утеплители, которые для экономии средств массово используют в строительстве вместо дорогостоящих безопасных материалов. По факту возгорания проводится расследование. С чердака теперь отлично просматривается часть комнаты Людмилы. Потолок в ее квартире рухнул накануне днем. Сломалась гордина, упала люстра, испорчена часть мебели. Едва не пострадал маленький внук. Что-то начало трещать, и в 4 часа, вы понимаете, вот это начало как все валиться. Он потолок вот сюда вот так вот, и вот это все рухнуло, доски вот эти упали с гвоздями. Она успела вот туда отбросить ребенка, и вот это все на нас. Весь шлак, это было здесь вот так вот. Обрушение потолка для этой квартиры уже не первое. 8 лет назад своими силами заделали дыру в соседней комнате. От вчерашнего обвала провисла балка, и теперь жильцы всерьез опасаются за свою безопасность. В очередной раз загорание произошло в подъезде дома, где в декабре 2014-го произошел пожар. И в этот раз жильцы чудом успели покинуть горящее здание. По словам местных жителей, полыхнуло в электрощитовой второго этажа. Мы уже легли спать. Началось щелкать. Все щелкало, выскочили я и вот сосед. И мы только успели на улицу выскочить, босиком все, и дети все. Три дома в 111-м квартале уже стали притчей во языцах. Застройщик, допустивший немыслимое количество брака, уклоняется от ответственности и устранения недоделок. В данное время под другим юридическим названием он по-прежнему занимается строительством. Более того, компания, дискредитировавшая государственную программу переселения из ветхого и аварийного жилья, даже рекламирует свою деятельность, а сотни горожан находятся на грани выживания. В Бурятии на этой неделе назначен новый министр строительства. СМИ сообщили, что он окончил Восточно-Сибирский технологический институт, получив квалификацию инженера-строителя. Радует, что назначен профессионал. В моей следственной практике было уголовное дело, когда подчиненные выполнили заведомо абсурдный приказ руководителя непрофессионала. В итоге в одном из городов республики зимой произошла авария, в которой пострадала большая часть населения. При допросе они сообщили, что начальник должен быть специалистом. Причиной халатного отношения к своим обязанностям может стать не только безответственность. Часто этому способствует банальное отсутствие необходимых знаний. Человек, назначенный на серьезную должность, может не обладать необходимым опытом. Такое отсутствие профессионализма также нередко приводит к серьезным трагедиям. Причины, почему неподготовленный человек может занять ответственную должность, разные. От элементарного стечения обстоятельств до родственной связи с кем-либо из вышестоящего руководства. В любом случае, нередко о последствиях такой работы по подбору кадров начинают думать только после их наступления. И решить наступившие проблемы не всегда удается своевременно. СМИ пишут о трагедии в Омске. Коррупция или халатность? И отмечают, что в это же время у них осудили главу крупнейшего омского застройщика на 2,5 года лишения свободы за коммерческий подкуп. Предприниматель пообещал за 2 миллиона рублей своему конкуренту снять свою кандидатуру с конкурса на заключение госконтракта. Подобные истории есть и у нас в республике. В
Халатность все же нельзя рассматривать отдельно от другой проблемы, пронизывающей государственную структуру. Довольно часто причиной халатного отношения к своим служебным обязанностям становится коррупция. Система государственных контрактов, которая призвана исключить коррупциогенный фактор, на самом деле много раз становилась почвой для ее процветания. Как показывает судебная практика, уголовные дела, связанные с дачей и получением взяток, коммерческим подкупом при проведении госзакупок, не такая уж и редкость. К сожалению, личная выгода в таких случаях становится в ущерб нашей с вами безопасности. Не хотелось бы повторения ситуации, как с приездом ведущей Летучей из передачи «Ревизора». После устроенного ею шоу контролирующие и надзирающие органы сообщили, что проверят тех, кого она раскритиковала. Хотя и до этого местные жители неоднократно обращали внимание на грязь в кафе и гостиницах. После трагедии в «Хромой лошади», когда погибло более 150 человек, у нас тоже сгорел ночной клуб. Просто повезло, что там в это время не было людей. Когда происходит очередная трагедия, то почти всегда оказывается, что ее можно было бы избежать. Просто всем нужно неукоснительно следовать инструкциям и не надеяться на наше вечное авось. Согласно Уголовному кодексу Российской Федерации, халатность – это неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе. Последствия халатности могут быть самыми разными – от нарушения некоторых установленных процедур до серьезного финансового ущерба. К сожалению, нередко халатность приводит к причинению вреда здоровью и даже гибели людей. В таком случае наказание для должностного лица должно быть в виде лишения свободы на срок до 5 лет. В случае же смерти двух или более человек наказание увеличивается до 7 лет. Пожар в московской библиотеке и «Неон» мог произойти из-за халатности чиновников. К такому выводу пришли сотрудники столичной прокуратуры. Материалы их проверки уже направлены в Следственный комитет. В надзорном ведомстве настаивают на возбуждении уголовного дела в отношении руководителей Федерального агентства научных организаций, Российской академии наук и директора сгоревшей библиотеки. В прокуратуре выяснили, что кровля здания неоднократно протекала, была неисправна электропроводка, использовались светильники без плафонов и масляные радиаторы. Байкальский регион входит в тройку территорий страны, в которых вероятность землетрясения от 8 до 12 баллов наиболее высока. Новостройки и так обладают недостаточной надежностью. А если вспомнить нередкие сообщения о плохом качестве строительства, то становится страшно за наше будущее. Может, ответственные лица из числа чиновников и бизнеса не будут дожидаться уголовных дел и арестов за погубленные жизни, а начнут уже сейчас проверять здания на предмет безопасности. Отдельные статьи Уголовного кодекса посвящены нарушениям выполнения строительных и ремонтных работ. В статье 216 Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотрена ответственность за нарушение правил безопасности при ведении строительных работ. И в случае гибели двух и более человек максимальное наказание также определено в виде 7 лет лишения свободы. Такое внимание именно к вопросам строительства обусловлено большим риском для жизни людей. Нарушение установленных норм здесь способно обернуться страшной трагедией. Как показывает практика, подобные нарушения в большинстве случаев были заметны буквально невооруженным глазом. Однако должностные лица проявляли удивительную невнимательность и не предпринимали каких-либо мер. Что наталкивает на мысль о присутствии коррупции? Солидные суммы денег способны закрыть глаза проверяющих на вопиющие нарушения. Как итог, десятки и сотни покалеченных судеб. Особенно становится жутко, когда в числе пострадавших юноши и девушки, жизнь которых прерывается из-за того, что кто-то ставит свою личную выгоду выше нашей с вами безопасности. Подводя итог, мы хотим напомнить, лучше учиться на чужих ошибках,
чем совершать свои. С вами была я, Александра Мяхонова. До новых встреч!